Кагул, Бельцы, Кишинев, Рыбница. Такой гастрольный тур совершил джазовый квартет во главе с известной вокалисткой Габриэль Стравелли. Молдова – первая страна, которую в рамках турне решили посетить американские музыканты. Это стало возможным благодаря программе Госдепартамента США и ассоциации American Voices. Дальше в планах у артистов посетить Азербайджан, Словению и Мальту. Данная группа находится в Молдове благодаря программе так называемой «Американская музыка за границей» правительства США, целью которой является продвижение, деление американской культурой по миру. Мы выбрали эти города, потому что мы знаем, что в них есть интерес к джазу, но также мы пытаемся приводить наши группы новым зрителям. Габриэль Стравелли – самая проникновенная исполнительница джаза в Америке. В ее музыкальной копилке огромное количество наград и призов. В 15 лет началась творческая карьера Габриэль, солистки оркестров. С тех пор она не покидает музыкальный олимп, выступая на лучших мировых сценах. Мне всегда нравилось петь, я любила петь с детства. В школе у меня всегда были, у моих родителей были головные боли, потому что дети писали эти работы контрольные, а я в это время пела или что-то напевала. Я была в университете, я изучала музыку, начинала свою карьеру с музыкального театра, я очень любила петь в мюзиклах. С годами я раскрыла в себе солистку, начала петь, раскрыла джаз, начала свою музыкальную карьеру в Нью-Йорке, это заняло несколько лет, пока я нашла себя, я нашла то, что, чем мне нравится заниматься. Я представляю посольство США в Молдове. Ladies and gentlemen, dear friends. Дамы и господа, дорогие друзья. I am delighted to welcome for the first time in Rybnica the extraordinary Gabriel Stravelli Quartet. Я с большой радостью приветствую сегодня в Рыбнице американский квартет Габриэль Стравелли. It is a privilege to have been included in the quartet's four-country tour around the region. Для нас было большой привилегией быть включенным в региональное турне или гастроли по четырем странам. They are sharing a uniquely American musical genre that has become beloved throughout the world – jazz. Целью этих гастролей является продвижение уникального американского музыкального жанра, который любят по всему миру, и речь идет о джазе. Award-winning vocalist Gabriel Stravelli has garnered critical acclaim and a loyal following through her original songs and her unique take on music from the American songbook. Обладательница многочисленных призов, вокалистка Габриэль Стравелли получила признание критиков и верных поклонников благодаря своим оригинальным песням и уникальной подаче материала из нового американского сборника песен. As well as classical standards by artists as varied as Pink Floyd, Duke Ellington, Elvis Presley and Johnny Mercer. А также классических стандартов разнообразных артистов, таких как Pink Floyd, Duke Ellington, Elvis Presley. Johnny Mercer. This program has become a reality thank you to the U.S. Department of State's American Music Abroad. Эта программа стала возможной благодаря программе Госдепартамента США, которая называется «Американская музыка за границей». This program allows us to engage with audiences worldwide by sending American bands abroad that represent America's diverse culture. Целью этой программы является встреча, общение с публиками по всему миру. И это происходит благодаря вот этим музыкальным группам, которые представляют богатую американскую культуру. Thank you all for coming. I hope you enjoy your evening. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня с нами. Пожелаю вам приятного прослушивания. А теперь поприветствуем квартет Габриэль Стравелли.
This flutter in my heart, this sense of joy awakening. You taught my heart to sing. When you are near to me, I hear a rhapsody, a symphony that's in full swing. You taught my heart to sing. I was blue and all alone. Then you heard my heart of mine, feel like a valentine. You smile and suddenly it's spring. You taught my heart to sing. My heart was an empty shell. Then you came along. Now my heart's a carousel that's filled with song. A miracle of you will last this whole night through. You're all I'll keep remembering. You taught my heart to sing nothing but happiness, for when you are near to me, I hear a symphony. You taught my heart to thank you.
very much. I'm Gabrielle Stravelli. Say hello to Jim Riddle on piano. Pat O'Leary on bass. And Jordan Young on the drums. Thank you. We are really very happy to be here in Rybnica tonight. Добрый вечер. Нам очень приятно сегодня выступать с концертом у вас в Рыбнице. And we're very excited to share all of this music with you. И мы с радостью хотим с вами поделиться нашей музыкой. I don't speak your language. К сожалению, я не разговариваю по-русски. But we believe that music is a universal language. Но мы, музыканты, верим, что музыка — это универсальный язык. And we hope to speak this universal language with you tonight. Мы надеемся, что мы сможем общаться на этом красивом языке сегодня вечером с вами. On a clear day, rise and look around. And you'll see who you are on a clear day, how it will astound you that the glow of your being outshines every star. You'll feel part of every mountain, sea, and shore. You can hear from far and near a world you never heard before. And on that clear day, on that clear day, you can see forever and evermore. On a clear day, rise and look around you, and you'll see just who you are. On a clear day, how it will astound you that the glow of your being shines every single star. You'll feel part of every mountain, sea, and shore. For you can hear from far and near a world you never ever heard before. And on that clear day, on that clear, clear day, oh, you can see forever and ever. You can
look around you and you're gonna see just who you are. On a clear day, how it will astound you that the glow of your being outshines every star. You'll feel part of, oh, you'll feel part of every mountain, sea, and shore. You can hear from far and near a world you never ever heard. Clear day, on that clear, clear day, you can see forever and ever and ever. You can see forever and ever and ever. You can see forever and ever. You'll see. А теперь мы собираемся исполнить очень известную песню из очень известного американского мюзикла. Я не скажу вам название этого фильма, потому что я уверена, что вы поймете, о чем идет речь. Но не переживайте, у нас не будет после этого теста, кто угадает название фильма. Somewhere
Thank you. You know, it's very emotional to sing that song here in Rybnica. Спасибо. Для меня очень эмоционально исполнить эту песню для вас здесь, в Рыбнице. Because the song talks about going somewhere very far away, and it feels like a dream, like a wonderful dream. Потому что в этой песне поется о том, что ты мечтаешь уехать куда-то далеко-далеко, и это является твоей мечтой. And being here, I think, is like a dream come true for us. И быть сегодня вечером здесь с вами является для меня такой же мечтой. Я мечтала уехать далеко-далеко, и вот моя мечта сбылась. We're going to share an original composition with you now. А теперь мы исполним оригинальную песню. And the name of this song is called Prism, которая называется «Призма». And it's a song about that wonderful time when a relationship is new. И в этой песне мы поем о том красивом времени, когда начинается новое отношение. Do you feel full of hope for what might be with this new person? Когда ты влюбляешься и ты у тебя большие надежды, ты надеешься, что у тебя будет все отлично и хорошо с этим новым человеком в твоей жизни. Спасибо. Time, it passes by me so slowly. Time, it shows me things that I only see in visions of soul-searching realism. You greet the world with heart open. You show me things and I'm hoping that our love will grow. Space, we gaze upon a sky full of light. Your wonder makes me look at the world around me with more fatalism. You greet the world with heart open. You show me things and I'm hoping that our love will be less of a mirror, more of a prism, revealing the shades of our love. Each separate color, a beautiful from heaven above. So come with me and I'll show you the colors of the day. We'll bask in golden hues until the sunshine runs away. And nighttime brings her velvet hues and you will chase away my violet blues. Loving you in every way. Loving you in every day. Loving every day.
shade. Separate color, a beautiful schism from heaven above. So come with me and I'll show you the colors of the day. We'll bask in golden hues until the sunshine runs away. The nighttime paints her velvet hues, and you will chase away my violet blue. Our drummer Jordan Young on this next song. А теперь приглашаю послушать нашего барабанщика Джордана Янга. Thank you.
Summertime, written by the great American composer George Gershwin. Это была песня Summertime, которая была написана известным американским композитором Гершвином. He was heavily influenced. He was a true jazz composer because he was very influenced by African American culture. Он был настоящим джазовым композитором, потому что его вдохновили в основном африканские мотивы. And also classical music from Europe. А также классическая музыка. Another wonderful and very famous American writing team was Oscar and Hammerstein. Oscar and Hammerstein, другие очень известные американские авторы. And this next song that we're going to do was written by Oscar and Hammerstein. Они написали следующую песню, которую мы будем исполнять. And it's called "It Might as Well Be Spring." Песня называется "It Might as Well Be Spring." And it's about a woman who feels like she's in love, like it's springtime, even though it isn't springtime. В этой песне рассказывается о женщине, которая влюблена как весной, но хотя не весна на улице. I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever. Busy as a spider spinning daydreams. I'm as giddy as a baby on a swing. I'd say that I had spring fever, but I know it isn't spring.
down a strange new street, hearing words that have led me from a man who I have yet to meet. For I am stuck right and vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing. Haven't seen a crocus or a rosebud, haven't seen a robin on the wing. Oh, but I feel so gay in a melancholy way that it might as well be spring. Yet it might as well as a spider spinning daydreams. Oh, I'm giddy as a baby on a swing. I'd say that I had spring fever, but I know it isn't spring. I keep wishing I were somewhere else, wishing I were walking down a strange new street, hearing words. Haven't seen a crocus or a rosebud, haven't seen a robin on the wing, but I feel so gay in that melancholy way that it might as well be spring. It might as well be. Haven't seen a robin on the wing.
Спасибо. Thank you. In the 1970s, there was a very popular rock band called Creedence Clearwater Revival. В 70-х годах в Америке была очень известная рок-труппа. Creedence Clearwater Revival. And the lead singer of the group was a man named John Fogerty. Руководитель, а также главным певцом этой группы назывался Джон Фогерти. And he wrote this song that we're going to play. Написал песню, которую мы сейчас исполним. Called Have You Ever Seen the Rain? Песня называется Have You Ever Seen the Rain? People said that he wrote the song about the Vietnam War, with rain being a symbol for bombs falling from the sky. Люди говорили, что Джон Фогерти написал эту песню о дожде, сравнивая капли дождя с бомбами, падающими с неба в Вьетнамской войне. But Fogerty himself said that he wrote the song about his band breaking up and not being able to play music with his brother. Хотя Джон Фогерти в интервью всегда говорил, что он написал эту песню о дожде для того, чтобы выразить свою грусть в связи с тем, что труппа, которой руководил он и его брат, распадалась, и они больше не будут петь вместе. I love it because I think it's a beautiful meditation. Мне очень нравится эта песня, потому что я считаю, что она похожа на медитацию. On being in a place where there's pain. Тогда, когда каждый из нас проходит через очень болезненную ситуацию, период, but moving forward towards hope. Но мы идем к надежде, идем в будущее. A calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. Yesterday and days before, sun is cold and rain is hard. I know, been that way for all my time, till forever on it goes, through the circle fast and slow.
We had a really wonderful workshop this afternoon at the university. Сегодня мы были в университете и там провели прекрасное мероприятие со студентами. We were amazed by how enthusiastic the students were. И студенты нас удивили, они нас очень сильно поддержали, им очень понравилось. And we were also very impressed by how talented some of them were. И нас удивило, насколько талантливы молодые студенты, молодые люди в Рыбнице. So it is with great pleasure. Поэтому с великим удовольствием that I invite one of the students from the university up to perform. Я приглашаю на сцену одну из студенток, с которой мы сегодня встретились. Екатерина Степанова. Екатерину Степанову. Shalom, day, day.
Спасибо, спасибо. And we should tell you that she did not even know that song before tonight. Должны сказать вам, что она даже не знала, что она будет петь сегодня. We taught it to her at the sound check. Мы научили ее этой песню за два часа до концерта. We threw her in the deep end of the water. Мы сначала ее выбросили в воду, чтобы она научилась плавать. And she did beautifully. И она прекрасно научилась и справилась. Спасибо, Катя. We hope that you will keep singing. Мы надеемся, что ты продолжишь петь, будешь петь в дальнейшем. And pursue your dreams, whatever they may be. Иди за своей мечтой, какая бы ни была твоя мечта. Очи черные, очи жгучие, очи страстные и проказные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знат увидел вас, я небе добрый час. Очи черные, очи пламенные, и манят они в страны дальние, где царит любовь, где царит покой, где страдания нет, где там прошло. Спасибо. Thank you so much.
We want to thank you very much for being with us tonight. One more time, Jim Riddle on piano. Pat O'Leary on bass. Jordan Young on drums. I'm Gabrielle Stravelli. We thank Kate Bartlett and the U.S. Embassy for having us tonight. Alex. Мы хотели бы поблагодарить еще раз всем за то, что присутствовали сегодня на этом концерте, а также мы хотим поблагодарить представителей посольства США. And John Ferguson from American Voices, also for bringing us here. С American Voices за его содействие в этом турне в Молдове. We have loved Рибница. Нам очень понравилось Рибница и вы. Thank you. Спасибо. And we thank you very much for coming here tonight. Спасибо еще раз за то, что поддержали нас сегодня и пришли на наш концерт. And we hope that we have shared our culture because we have certainly received beautiful culture, beautiful people from you. И мы очень надеемся, что сегодня состоялся обмен нашими культурами, музыкой, потому что мы очень надеялись этого добиться. In gradina luglio, toate pasările dor, toate pasările dor. Numai una n-are somn și zboară din pom în pom, tot chemându-l pe Ion. Ioane, Ioane, toată lumea doarme, numai nu pot să dorm. Ioane, Ioane, toată lumea doarme, numai nu pot să dorm.
Марина Степанова. Jim Friddle. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Позвольте от вашего имени выразить слова искренней благодарности за доставленное удовольствие. Мы видим, что зал сегодня с удовольствием слушал ваши песни, эти замечательные композиции. Исполнение было просто великолепным. Нам очень приятно слышать в этом зале живую музыку, живую песню. Dear Rybnica people, allow me on your behalf to thank this gorgeous band for bringing this gorgeous concert tonight. I can see from the response of our audience that they really loved it. Thank you very much for this beautiful music, for great and wonderful performance. Can we do one more song? Последнюю песню. С удовольствием. Но прежде чем вы споете, эти цветы вам. Всех благ вам и такого же благодарного зрителя. Sugar Hill in Harlem. If you miss the A train, you'll find that you miss the quickest way to Harlem. Come on and hurry, get on board, it's coming. Listen to those whales a humming. Aboard, aboard the A train. You plan to go to Sugar Hill out in Harlem. Get on board, it's coming. How can't you hear those rails a-pulling? All aboard the A-Train. If you plan to go to Sugar Hill, way out in Harlem. If you plan to go to Sugar Hill, way out in your love, it's a melody played.
if you believed in me, it's very clear. Our love is here to stay. Together we're going a long, long way. The radio and the telephone and all the movies that we know, they may all be passing fancies, and in time may go. Джазовое трио Manhattan Jazz Connection и Габриэль Стравелли удивляли рыбницкую публику большой музыкальной палитрой композиций. Это и джазовые стандарты, и оригинальные обработки уже известных мелодий, и фольклорные песни. Такой концерт для нашего города – это огромный подарок. И находиться в этом зале, в удивительном зале, где царит атмосфера музыки, гармония, меня как зрителя переполняют чувства, эмоции. Не зря говорят, что музыка, она дает нам крылья и уносит нас далеко-далеко. Сегодня действительно было какое-то таинство удивительное, когда каждый из нас мог прикоснуться к этому великому чуду музыки. Это впечатляюще, незабываемо, потому что я вообще джаз люблю вот именно с юности. И, естественно, когда услышишь вот именно вживую, это просто впечатление, ну, сверх. Просто эмоционально очень, конечно, большие положительные эмоции. Хоть он и родился, как говорят, в Америке, но это действительно всемирный стиль. Он поражает обработки известных произведений, которые делались, действительно потрясли. Примерно половины я узнавал лично, и я слышал оригинал, и обработка мне очень понравилась. Когда ты смотришь по телевизору, оно воспринимается совершенно по-другому. Просто ты визуально, у тебя нет того чувства контакта с тем человеком, когда ты видишь даже его в первый раз. Но впечатление, вот мы первый раз, когда услышали ноты вот джаза, мы подумали, что это что-то сверх, какое-то там сверхъестественное чувство, но потом мы уже вот более-менее мы приземлились на землю, и уже, ну, оно очень волшебное, очень, и вот каждая песня, она действительно, она свойственна по-своему, и у нее есть нотка того сокровенного, того желаемого, чего ты хочешь действительно ты добиться, и ты вот даже при закрытии глаз, ты витаешь где-то в облаках, и ты понимаешь, что это очень светлое, что-то очень хорошее и приятное. У нее такая отдача,
ее голос мне очень понравился. Это просто незабываемо. Я же взяла автографы. В течение гастрольного путешествия по Молдове музыканты встречались и со студентами университетов. Они охотно рассказывали молодежи об уникальности джаза, его истории и жанра. Несмотря на разницу в языковой культуре, Габриэль Стравелли нашла ключик к каждому зрителю. Исполнение старинного русского романса «Очи черные» и молдавской песни «Иоанны» зрители встретили бурными овациями. Очи черные, очи очи страстные и проказные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знату видел вас, я небе добрый час. Инградина Луйо, Пата пасарили до, ну маю на наресон, she's worried about me pop, только маму вею. После концерта к известной вокалистке выстроилась огромная очередь за автографом. Никто не остался без ее внимания.